В регионе быть еще одному индустриальному парку. Губернатор Павел Коньков принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов в правительстве Российской Федерации. В ходе мероприятия была одобрена заявка на предоставление средств на строительство инженерных сетей и прочей инфраструктуры индустриального парка «Вичуга». Проект парка тесно связан со строительством комбината синтетического волокна. Их соседство станет взаимовыгодным. Ключевым резидентом парка станет комбинат по производству полиэтилена. Практически без каких-либо возражений принято решение о финансировании этого проекта федеральным центром. Объем финансирования превышает 400 миллионов рублей. Софинансирование Ивановской области 5% от этой суммы.